Я вынуждена буду разочаровать вас. Ничего чудесного и волшебного в этом процессе нет. У меня четкий контракт с издательством на 4 романа в год. Поэтому каждый квартал я должна сдать новый роман. И, соответственно, придумать, что бы то ни было, для меня не проблема. Придумать сюжет – это легко. А придумать какой-то колорит тоже достаточно легко, потому что я использую все то, что я вижу вокруг себя, в том числе и в поездках, и все свои знакомства с людьми, все идет в ход. А самое сложное в процессе написания романа – это заставить себя писать каждый день. Эти 2-3 страницы каждый божий день. Это немного на самом деле, но когда ты должен это сделать каждый день, это трудно чисто по-человечески, потому что периодически хочется сказать, да пропади, но все пропадом, сегодня я хочу поваляться на диване. Но если я сегодня поваляюсь на диване, значит, завтра мне придется написать не 3 страницы, а 6. А вот конкретно завтра мне придется написать 18 страниц, потому что 5 дней отдыха я не написала ни одной странички. И теперь нужно будет совершенно конкретно все это наверстывать. Я могу писать в любой момент и где угодно. Я писала в студии во время монтажа. Я писала в машине по дороге со съемок, на коленке. Где угодно и когда угодно. То есть мое вдохновение вызывать не надо. Его иногда нужно палками отгонять, потому что для него просто нет времени. Ему приходится говорить, подожди, пожалуйста. Просто некогда сейчас. Оно не уходит. Оно просто никогда не уходит. Оно всегда со мной.